Привет всем! Привет, привет! Хочу спать. Привет, 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 привет. Микротравма у нас на шее, поэтому надо пока закрывать. Спасибо большое. В салоне у Бородиной. Без косметики спасибо. Спасибо. Можно будет сполоснуть на ручке? Ну, конечно. Можно вот так? Если можно попросить еще. Посмотрите. Потом вам покажу еще. Крем есть у вас? Можно крем? Да, есть. Я могу нанести своими руками? Да. Пишут. Ого, какой же. Да? А, достаточно одного? Да, ну да, так, ладно. Я вот. Я здесь. Да. Саймон вернулся, я на дом 2 не вернулся. Нет, не знаю. Губы собираюсь сдувать. Так, а я ничего, что я кеды там пока оставила? Ну, ничего, да, там я. С ним живу, да. Здрасте. Сразу решил сделать все. О. Да, конечно, сейчас буду отмываться. Я просто отмываю. Вот хухином, да? Да. Вся в соли. Это фобик, надо ложить руки. Короче, собираюсь к концистрию. Сколько злых людей, конечно. Нормально, вообще сижу. Что? Сколько на себя, сколько трачу зимой? Ого, спасибо большое. А то я... Посмотри, пожалуйста, что вот зачем я высветлила все теперь внутри? Они просто рушатся. Да. Вот что мне с ним сделала? Вообще, сколько надо сбить? Счастье нужно сделать из крышки. Опять что-то кератине? Нет. Это не кератин. А что? Это лечение. Да? Оно накопительный эффект. На 3-4 раз прям максимально вообще количество. Да? Mm-hmm. Блин, просто а сколько отрезать надо точно? Я думаю, 2 хотя бы. Ну давай вот посмотрим, да. Просто я хочу, чтобы у меня больше он смотрелся, а не вот это, знаешь, обрубыш. Mm-hmm. Да, блин. Лайки. Да, в салоне Ксения Бородина. Сижу, прикиньте, дом 2 никак все от меня не подойдет. Конечно. Привет. Что ты будешь? А? Промень что делать? Нет, я же подкрепила, да? Угу. Могу быстро.
Блин, мне просто не хватает. Я не буду. Мне просто обложка грязная. Я не знаю, что она фотку красивую сейчас делает. Я не знаю, что. А у меня гладкий еще. Ребят, голову пошла мыть. Короче, зайду попозже. Мой топчик.